Вот так обычно проходят мои вечера. Так и досниматься на неделишное лобное место. Как вы думаете, сегодня замерзну? В этом мире я королева. Не нравится — живи в другом. Провожают меня. Вот реалии жизни, понимаете? Платье несем, чтобы не испачкать его. Ну что, 11 часов, я только иду в кадр. Посмотрите, какие все у нас красивые. Вот так вот мы работаем, вот так мы снимаем. Андрюша, я к тебе иду. Я красивая? Оль, ты красивая. Ничего необычного. Просто мы просто с Андреем. Ты богиня, да? Просто я богиня, ты бог. Все просто. Мы идеально смотримся, да? Сегодня. У нас одна прическа. Вот такая работа у нас. У нас небольшой перерывчик. Знаете место? Женская спальня. Мы снимаем приход. Вот такая сегодня. Пол первого. Мы работаем. У нас сегодня приход. Смотрите в понедельник. Как приятно, когда тебя осыпают либо с камеру. Давай еще! У нас много. Да. Спецэффекты, спецэффекты. Андрюша. Ну что так мало? Давай больше. Давай больше. А, вот они. Боже, давай. Еще у тебя 10 секунд. Осыпай меня, либо с камеру. Не, давай, давай, давай. Я не удаляю столь. Это все, конечно, Бывает. Очень замечательно. Вайс, мы смеемся. Guns N' Roses. Но не потому, что нам что очень весело. Первое, мы сами себя веселим. Час ночи. Первое. В любви а к делу. Второе. Гриценко. Что, мы отсняли часть, которая была в доме. Я вернулась в нормальный вид, в свой любимый casual. Сейчас идем на лобное на улицу. А там дождь, вы представляете? Час ночи. Час 30. Я иду на лобное место. Как вы считаете? Как вы считаете? Может человек, который не любит свою работу, с улыбкой в час 30 выходить в кадр? Мне кажется... Я не одна работаю. Это радует. Работают Привет. Все. Смотрите, у нас тут огромный коллектив. Но вы мне нужны. Ребятки, все вышли на лобную. Анюта, найди, пожалуйста. Все. Я закончила работу. 2 часа ночи. Что я скажу своему парню? У меня его нет. They say it's a crazy life, full of magic, fantastic. They say we're on the world. Мне интересно, есть ли среди моих подписчиков, подписчиц и подписчиков, которые также так приезжают домой и сидят в машине. Есть такие ненормальные? Я забыла ключи от квартиры в машине. Поднялась до квартиры и поняла, что у меня нет ключей. Что я сказала? Fire when the storm hits you. That's it, friend.